Хороший подарок под елочку положили сами себе наши футзалистки. Девчонки 2006-2007 годов рождения выиграли отборочный этап чемпионата Украины в группе «Б», а вот более старшие приняли участие в отборочном этапе Кубка Украины по футзалу в группе «Д». Причем соперники у нас были команды из высшей лиги и обе из Киева – «Будстар НПУ» и «Энерджи». В первой игре в пятницу словчане сыграли в ничью с «Будстар НПУ» 3-3. А сегодня встретились команды «Энерджи». Они уже играли с этой командой в прошлом году в розыгрыше Кубка Украины. Теперь нужно было побеждать. Причем, чтобы выйти в 1/4 финала с первого места, нужно было побеждать с разницей плюс 10. И начали они совсем неудачно. На второй минуте уже проигрывали 0-1. Правда, как заметил тренер, это был случайный гол. Но набрав мощности уже в первом тайме и обеспечив себе преимущество плюс 6, наша команда уверенно побеждала в этой игре. А вот для того, чтобы осуществить мечту и занять первое место в этом турнире, нужно было постараться и во втором тайме забить еще как минимум 4 и не пропустить. Но легко говорить, сложнее делать. Таймы по 20 минут чистого времени. Играли они уже третий день подряд. И, к сожалению, не все получалось у наших лидеров. Видимо, подустали. Да и выручал вратарь, играющий тренер команды «Энерджи». И все же за 10 секунд до окончания второго тайма наши футзалистки гол забили. И победили со счетом 13-3. Они заняли первое место в группе «Д» и вышли в четвертьфинал Кубка Украины, точнее, восьмерку сильнейших команд с первого места. Дальше уже посложнее. Теперь уже в следующем 2019 году по две игры, причем одна дома и одна в гостях, в 1/4 финала и так далее, если пройдем дальше. Да, еще совсем забыл пожурить наших зрителей. Их на трибунах было мало. Родители и знакомые. Увы, не очень хорошая реклама и результат — мало болельщиков. А наш тренер уже мечтает, чтобы болельщики сопровождали команду и на выезде. Ну, и если, скажем, следующий соперник будет из Киева, почему бы и нет, почему бы и не попробовать. Но это уже планы 2019 года. Подробнее об этом матче смотрите в среду 26 декабря. А пока с новым и, надеемся, счастливым годом вас, футзалистки Славутича. Олимп, КДЮ США. Браво и спасибо за 2018 год.